Так, друзья, с вами... Всем доброго времени суток, друзья, с вами я, Костя Фай. Сегодня у нас будет One Up, извините за выражение, Кристина Павлана. Поэтому я хочу сказать то, что если на этом выпуске наберется 2 лайка, то следующий покупатель не заставит себя долго ждать. Он выйдет буквально завтра. Также, что можно сказать, Кристина Павлана быстрый и хороший игрок. Но около него игроки не такие уж и хорошего класса. Но если Кристин Павлан будет забивать 5 голов или 5 передач за один выпуск, то, соответственно, один игрок будет меняться на серебряного игрока. Если, к примеру, у нас за один выпуск будет 3 матча играться в общем. Поэтому не буду долго медлить, погнали. Как видите, я нахожусь в мировом классе и думаю, что мне будет сложно, очень сложно. Я буду проигрывать с большим счетом, так как тут у игроков чаще всего встречается рейтинг около 85, 86, 87 или 83. А у меня уровень 55, но надеюсь, один гол, так хотя бы я вынужден забивать им. Так, ну это вообще невозможно, не забивая играть. Поэтому погнали. Честно. Вон, видите, вот 87 иммобиль. Ну, знаете, такие игроки. Настолько ищем, по-моему. Сразу же догадается, там человек что-то не то. Вот видите, 30% атаки на нас нанесут. У него... Так, у меня, друзья, слегка подлагивает, извиняюсь. Но это, наверное, из-за моего девайса, так можно сказать. Оно не тянет. Но без записи, то там все хорошо. Все хорошо. На телефоне играть очень даже удобно. Так, Кристиан Павлан прорывается в штрафную. И что? Был опасный очень момент, но Кристиан Павлан не смог забить. Так, надеюсь, сейчас углового надо с голевого ассист. Ассистик. Может быть и ассист из за выражения. И нет. Просто происходит технеполадки. Так, мне кажется, я так никогда не поменяю игроков. Так. И что же у нас? Счет пока 0-2. Контратака, внимание. Ага. Так, сейчас мы быстренько так отойдем. Вот так вот. И прыгаем. Так, фух, все хорошо, что он такой косой. Ну, может, он нам просто поддается. Такое тоже возможно быть, это не исключено, потому что мы слабая команда, и вот у нас тут даже игроки-то с таким медленным пейсом. К сожалению, 0-3, забивать вообще не получается никак. Соответственно, но я специально выбрал такую... уровень сложности, потому что нужно повышать свой скилл даже при таких жутких лагах, которые сейчас на моем устройстве. Нам осталось еще 2 матча. Так, поражение в атаке. Я не понимаю, друзья, что сейчас было. Это, наверное, баг eSports, но надеюсь, его когда-нибудь пофиксят, потому что у меня это уже 3-й раз, и... Один раз был на записи. Но это не очень так и важно. Также я хочу сделать одну рубрику, извиняюсь за ошибку, за одну рубрику хочу сделать одну рубрику «Акула. Смешной гайд, как стать навесом дрочера». Извините, мне тут папа позвонил. Ладно. Так. Все записывается хорошо. Так, Павлан 91. Хорошо.
Угу, хорошо. Next Humans, вот, присоединяюсь, в Next Humans лига хорошая, часто идут лиги. К сожалению, мы сейчас пока не активируем. Вот видите? Вот при таких вот обстоятельствах я вынужден играть. Ну, вот все, запись идет. И, кстати, мне так сильно лагает. Это все, ребят, сейчас, по идее, должен уже играть хорошо, лучше. И, по-моему, должен забить хоть сколько-то мячей. Опа. Так вот, так вот, так вот. И Паван. Кристиан Паван. Это очень опасные моменты. Но ничего в этом делает неудобно. Я расположил кнопку. Хух. Так, давайте я перенесу, пожалуйста, что хотел уже убрать давно, но не получается как-то. Кристиан Паван, Кристиан Паван. Опасный момент, опасный проход. Опасно, опасно, опасно. Кстати, у него уже один ассист есть и... Гол. Гол. Это очень хорошо. Я вот не знаю, может ввести правило, что это все будет суммироваться как-то и поощряться, можно сказать. Так, хватит. Так, что же? Что же у нас? Маклин и что? Что? Три гола даже забили, друзья. Три. Кристиан Паван. Кристиан Паван. Сможет ли? Сможет ли? Нет, не сможет Кристиан Паван. Так, могу сказать, что общий счет должен хотя бы бить... хотя бы быть 5 очков. Но у Кристиана Павлона сейчас 2 очка. Это один ассист и один голевой момент был у Кристиана Павлона. Вроде бы, если мне не изменяет память. Да. Да, мы сейчас выиграли 3-0. Один был Кристиан Павлон, второй с ассистом. Хорошо. Сейчас нужно, чтобы... Ну, не так усиленный став попался против меня, но сложновато будет. Сейчас нужно, чтобы у Кристиана Павловна было 3 очка, еще плюсом 3 очка, и тогда будет замена игрока на одного серебряного игрока. Рейтинг у этого игрока, ну, будет так вот. Это такой очень хороший рейтинг будет, но 60, вот в этом районе 60. 61, 62, 63, вот так вот, где-то в таком образе будет. Кристиан Паван, Кристиан Паван. Сейчас будет, может, шанс быть и реализовать свой момент Кристиан Паван. И могу сказать, 1-1 пока счет. Так, кто у нас тут? Паван, Кристиан Паван. Неужели проснулся этот зверь? Проснулся эта мощь? Нет. Могу сказать точно, что я качал его селекцию. Так, неужели бы и монстр у нас что? Монстр Фифи. Что, опасно было голевой момент под Кверкларин. Так, опасненько, опасненько, опасненько. Криро, Криро, Криро. Не забивай. И хороший вратарь. Хороший. И... Ребят, вот это вратарь с рейтингом 54, и он такой тащер. Я вот не понимаю. Вот это как-то может себя, знаешь, может поощрить. И даже если Кристиан Паван не наберет эту норму, я думаю, что игрока 60 мы поставим куда-нибудь. Ну, рядом... не знаю, нападение, но еще не все поздно, еще не все поздно, еще ничего не потеряно. И Кристиан... Ребят, если сейчас Кристиан Паван забьет один гол, то все. Цель нашего ван-апа за сегодня выполнена. И Кристиан Паван, Кристиан Паван, и нет, нет, так, друзья, к сожалению, я не знаю, как так, но одно очко, одно гребаное очко нам не хватило, чтобы поменять одного игрока. Я решил, что вот эти все очки будут суммироваться. К примеру, вот за один выпуск 5 очков, либо 5 голов, либо 5 ассистов, либо это все должно смещено и получиться 5. Тогда будет замена игрока. Сейчас наш состав выглядит вот так вот. И он никак сегодня не поменяется, к сожалению. Это очень жалко, но, опять же, меня это заставит лучше играть. И быть лучше, чтобы и моя игра, мой уровень игры повышался. Удачи всем. Всем удачи. До свидания.